На сцене Московского губернского театра состоялось открытие международного большого детского фестиваля, нового масштабного проекта для детей, художественным руководителем которого стал Сергей Безруков. Спектаклем открытия стал театральный блокбастер «Остров сокровищ» в постановке Алексея Серова, где роль Джона Сильвера исполнил Сергей Безруков. Стать свидетелями открытия фестиваля и увидеть знаменитого одноногого пирата в исполнении художественного руководителя театра, а теперь и худрука Большого детского фестиваля Сергея Безрукова, собрался полный зал детей и взрослых. Среди зрителей церемонии были именитые гости, которые пришли в театр с детьми, актеры Катерина Шпица, Антон Богданов, Виктор Васильев и другие. Посмотреть открытие фестиваля пришла и дочь Сергея Безрукова Маша. Дочь посетила открытие нашего международного большого детского фестиваля, посмотрела «Остров сокровищ». Ей понравилось в восторге от Джима Хокинса и Джона Сильвера, но тут понятно, папа играл пирата. Поделился Сергей Безруков. В финале спектакля был дан символический старт фестивалю, команда артистов спектакля спела импровизированный гимн фестиваля, призывая зрителей отправиться в большое фестивальное плавание, в котором всех ждут настоящие чудеса, а звонкий детский смех дороже всех сокровищ. «Всем на борт, поднять паруса!» — скомандовал Сергей Безруков в образе пирата Сильвера, и над сценой взвелись паруса с символикой фестиваля. Спектакль «Остров сокровищ» и церемонию открытия Большого детского фестиваля смогли посмотреть в прямой трансляции в кинотеатрах 16 городов России. Прямая трансляция реализована в рамках культурно-социального проекта «Театральная Россия». Рассказывая о фестивале, Безруков подчеркнул, что фестиваль родился из простой идеи собрать лучшее, что делается для детей и юношества, и создать большой праздник для детей и их родителей, где можно было бы увидеть лучшие детские спектакли, кино и анимационные фильмы, оперы и мюзиклы, ледовые и цирковые шоу. Ведь у нас в стране проводится множество фестивалей среди театров кукол и тюзов, кинофестивали, фестивали детской анимации и так далее и так далее. Их десятки больших и малых в разных регионах. И о большинстве из них мы просто не слышали, а с их лауреатами знакомы разве что узкие специалисты, в силу разных причин. А порой в глубинке рождаются такие потрясающие произведения искусства кино, театра, анимации. Мне хотелось бы собирать на нашем фестивале лауреатов всех профессиональных фестивалей и смотров перформативного искусства для детей. И чтобы независимое детское жюри честно присуждало бы приз лучшим в каждом конкурсе. В этом году мы делаем первый шаг к воплощению задуманного нами праздника. Конкурсная программа фестиваля включает в себя только спектакли для детей и юношества, которые были поставлены на средства, выделенные в рамках партийного проекта «Культура малой родины». Для участия в фестивале приедут театры из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новосибирска, Саратова, Тулы, Тюмени. В рамках фестиваля также состоятся Дни детского кино и детской анимации, пройдут мастер-классы и лекции для зрителей и профессионалов, занимающихся искусством, адресованным детям и юношеству.